Всем привет! Привет, меня зовут Даника. Даника, что это у тебя? Яйцо рыба клоуна. Можно посмотреть? Да. А это яйцо, которое бросаешь в воду, и из него вылупляется вот такая вот рыба клоун. Здесь написано, что она растет, что она может вырастать много раз. Это что значит? Она высыхает, уменьшается, вырастает, увеличивается. Не знаю, посмотрим. А здесь написано, что она растет и растет и растет и растет. И мы не знаем, как сильно она может вырасти. Если эта рыбка станет достаточно большой, мы ее сможем забросить в бассейн и поплавать вместе с ней. Так, Даник уже открывает коробку. Ух ты, какой шарик желтый! Обалдеть! Как мячик прямо. Там что-то внутри? Дырка. Там есть дырочка, да, через которую попадает вода. Я уже делаю. Мы налили огромную банку с водой. Сейчас Даник положит это яйцо в воду. И Даник кладет это огроменное яйцо в банку с водой. Оттуда выходят пузырьки. Я думаю, оно сейчас само утонет. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Оно уже на дне. Ух ты, какая красота! Какое огромное это яйцо кажется в этой банке, а? Да. Теперь мы каждый день будем наблюдать за этим яйцом и посмотрим, насколько сильно наша рыбка вырастет. Да? Да. Ну все, посмотрим, что будет завтра. Да. Ну вот, прошел целый день с того момента, как мы опустили это желтое огромное яйцо в банку. Посмотрим, что с ним стало. Оболочка у яйца немного потрескалась. И мне кажется... Нет, оно не изменило форму. Овальное. Там как будто просвечивает что-то. Или это просто тень? Тень. Да. Вон оно, это яйцо. Начинает трескаться. Скоро оно потрескается, и мы увидим, что там за рыбка внутри такая. Мне очень хочется узнать, что там. Мне кажется, что это рыба-клоун. Это и будет рыба-клоун? Ну какая она будет? Вот такая. Какого размера? Завтра мы увидим, что произойдет дальше с этим яйцом. А вот и второй день, как мы положили это яйцо с рыбкой в воду. Вода очень сильно помутнела. А яйцо треснуло, и там как будто что-то уже вылезает. Мне кажется, рыба будет огромная. Может, во всю банку, да? Вон, там видно, что яйцо треснуло, и что-то большое такое оттуда вылезает. Мы посмотрим еще завтра. Если рыба совсем вылезет, мы ее вытащим, поменяем воду, и будет у нас рыба в чистой воде расти. Вот, прошло еще несколько дней. Наша рыба там уже почти вылезла. Я думаю, надо ее вытащить и поменять воду. И посмотрим, насколько она вырастет еще. Видел, какая морда смешная у рыбы? Ты видел? Три рыбы, это клоун. Даник вытаскивает рыбу. Она скользкая? Нет. Ой, ой-ой-ой, вот это рыбина. Вот это рыбина. А скорлупа у нее твердая еще, да? Твердая скорлупа. Какая рыбина! Ну, судя по всему, ей еще расти и расти. Нам нужно поменять воду. У нее плавник и хвост чуть больше, чем она сама. Она надутая какая-то. Давай, бросай ее назад в водичку. И мы так дадим ей еще недельки две подрасти. Бросай. Плавай. Налили новую водичку. И все. А вот это вид на рыбку сверху. Ну вот и все. Ждали мы, ждали, когда наша рыбка вырастет. И наконец она выросла, да? Да. И выросла, и стала она огроменная, да? Вот такая вот рыбина получилась. Она даже в банку с трубом влезает.
Будем ее доставать, да? Да. Доставай. Ой, тяжелая. Ох, какая. Вот представляешь, рыбаку такая попадется. Вот это да. Вот это улов. Огромная, тяжелая рыба-клоун. Таких рыб-клоун, Даник, не бывает в природе вообще, представляешь? Они не бывают такие огромные. Они бывают малышки. Они бывают маленькие, да? Какой-нибудь. У меня тут такие вот следы нехорошие от нее остались. Она такая липкая, эта рыба. Даник, как мы теперь поступим с этой рыбой, а? Что мы с ней сделаем? Бросим в бассейн. Бросим в бассейн, но пускай там еще растет, да? Да. Пока не заполнит весь бассейн нам там? Да, и будет нормально. Кстати, мы такую рыбку разрезали, но на канале у Анюты, у сестренки Даника. Так что, если вам интересно, что у такой рыбки внутри, вы можете перейти на канал Анютки и посмотреть видео с разрезанием рыбки у Анюты. А теперь мы идем запускать нашу рыбину в бассейн. Пойдем. Так, вот мы пришли к бассейну. Ну, давай, бросай свою рыбину туда. О, чуть к соседям не запулил, а? Вон она там на дно у нас опустилась. Интересно, вырастет еще больше или нет? Да. Будем наблюдать. Да. И плавать вместе с ней, да? Да. Радость рыбака это, а не рыбка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.